Решение о проведении референдума – важный шаг на пути к демократизации общества. Алматинская молодежь призывает участвовать во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию. Сегодня представители молодежных ресурсных центров, волонтерских организаций и жасутановцы собрались за круглым столом и обсудили основные аспекты конституционного преобразования. Казахстанцы моего возраста, они даже не участвовали в референдумах. Для нас это что-то новое, неожиданное. И, конечно, мы понимаем, что это правильно. Это тот самый путь демократизации, который глава государства объявил. И его решение о референдуме, о том, что каждый житель Казахстана, каждый гражданин, да, примет решение, да, своей собственной судьбы, своей страны, судьбы своей страны, это нас вдохновило на то, чтобы действительно сегодня молодежь собрала и поддержала. Республиканский референдум пройдет 5 июня. Всего в Конституцию предлагают внести 33 поправки. Это, к примеру, переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом. Отмена смертной казни, исключение нормы о статусе Ельбасы и не только. Лично мне понравилась поправка про то, что земля, ее недра и природные ресурсы принадлежат народу. Теперь эти вопросы будут напрямую согласованы с народом. Поэтому призываю молодежь со всех уголков страны голосовать за поправки.